прочитала в одном из ваших интервью, что вы сказали, а женщины эмоциональные, а мужчины рациональные. И сила женщины у ее слабости. Ну вот, когда глядеть на заходний мейнстрим, то это суперечить ему, потому что теперь эти гендерные приоритеты, и они сейчас по-иншему выбудовываются. Ну вот, когда вы такое себе позволяете казать, это выглядит, что жизнь за мяжой, жизнь в этом заходнем сусвете, где вот сейчас такие каштовности, оно на вас абсолютно никак не уплывает. И оно дало мне возможность поглядеть на Запад сблизку. Бо то, что мы глядели сдалеку, это сдалеку. Это может так, а может и не так. И что вы там побачили, когда сблизку побачили? Коли коротко сказать, для нас, для белорусов, треба як мага далей триматься от России. И ни в каком разе не идти в развяз. Потому что там, как кажут, физичная смерть, а тут еще горшая. Это абсолютно гнилая цивилизация, она не имеет будущего. Ну, не имеет будущего эта цивилизация, ее развяз и все. Это питание, которое можно раскласти по полочках, чему, як и что. Але это дало мне возможность увидеть тут сблизку эту всю... Скажите, вот, например, в 94-м году вы так само так думали? Потому что, насколько я ведаю, что одним из лозунгов БНФ было то, что... Ну, ваших лозунгов, в принципе, ваших лозунгов было то, что БНФ — это вертание у Европу. А вот теперь он уже не актуальный, отримливается, с уликом тех каштовностей, которые пропонует Захад. Альбо які зараз повинні політичні лозунги виставляються тоді, коли у них є потреба і коли вони відіграють відповідну роль. Так ось тоді, у ті роки, коли усіми силами номенклатура хотіла загнати Білорусь у Росію, коли хотіли об'єднати грошові системи і так далі, ну і придумалося усякий антураж. От тоді вельми важливо було виставити альтернативу. От. Бо альтернатива, що тільки ми, не сыграла, был невысокий уровень сведомости, все. Потом люди не верили в себе, ну что такое мы? А Запад, о, там богатые люди, там доляры есть, там все, там это, вот обыватель так думает. А человек больше одукованный, все, и он видит, что тут свобода, тут свобода творчества, а она соправды тут есть. Вот. И тому лёзунг был такой, Беларусь и Европу. Каб не заграбастали у Росію, каб у людей была альтернатива. Ну добре, але тепер ви кажете, що нам ні в якім разі нельга йти у європейський зв'яз. Ну, а тепер гэта альтернативи нема. Тепер нема, тому що люди уже в большині, особливо верхні слої громадства, розібралися, що таке Росія. Особливо після нападу на Україну, після української війни. Уже Богданкевич виступає і каже, в Росії не можна йти, це дика страна. Це люди, які раніше так не думали навіть. То тепер це вже, як валійці кажуть, ми вже за вуглом. Вот. І ніяке русське телебачення, ніяке болвань нічого не зробить. Вони болванюють нижні слої тепер. А все ж таки еліта наша зрозуміла, що все. В Росію нам не можна, тому що там нам кінці. Там і той русський мир, усе, все це бачиться. Тоді, в 90-х роках, цього не було. І цей льозунг був дуже важливий. А тепер для нас льозунг, коли нищать нашу націю, нищать нашу мову, нищать культуру, палили підручники, все, нам треба національно вижити. Який наш льозунг? Білорусь перед усім. Вот это! Бо коли будет Беларусь, то будет все, не будет Беларуси, не будет ни демократы, ни... просто нас не будет. Тому Беларусь перед усім. Вот что главный лозунг. Пройдет час, и этот лозунг не будет, он сдымется сам собой.